На вернисаже в Одинцовском историко-краеведческом музее представлены работы 20 художников народного коллектива «Этюд». Эти картины написаны в разных техниках и даже в разные годы. Но все полотна объединяет тема весны. Пейзажи, портреты и натюрморты. Акварели масла передают всю прелесть наступившего сезона. В наш «Этюд» входили очень знаменитые художники. Было около 16 ветеранов Великой Отечественной войны. Были известны такие лица. Один из руководителей нашего «Этюда» был Пузатиков Александр Андреевич, первый директор нашего музея историко-краеведческого. Он был один из создателей нашего «Этюда». Сейчас «Этюдом» руководит Ренат Шафиков, известный график. Он работает в музее уже 8 лет. До этого был волонтером. Проводил экскурсии со школами и разными группами посетителей. На выставке есть и его работа. Такой афганский натюрморт. Это тюльпаны стоят в патроне. И они обозначены разными цветами. То есть один трехцветный тюльпан – это флаг Афганистана. Черный тюльпан есть такой, это как боль и скорбь войны в Афганистане. Это груз 200 там, ну и прочее. И красный тюльпан, как обычно, только он у меня подразумевает Советский Союз. Тюльпаны стоят на фоне разрушенного кишлака. Этюд был создан Ренатом еще в 91 году. Как и другие его работы, выполнен шариковой ручкой. Иллюстрации Шафикова можно найти на страницах около 200 разных печатных изданий. А сейчас он работает над рисунками книги «Птицы нашего города», которая будет знакомить с пернатыми жителями Одинцова. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».